Добрый день, дорогой абитуриент! Мы сейчас расскажем вам, как подать документы в Арктический государственный институт культуры и искусств. Заходите на главную страницу сайта agiki.ru. Нужно нажать на желтую кнопку с надписью «Подать документы» на баннере приемной комиссии. После этого вы переходите на новую вкладку «Прием2020.agiki.ru». Выбираете из списка «Онлайн-регистрация». Далее вам нужно зарегистрироваться, указав электронный адрес, и придумать пароль. После этого на указанный электронный адрес придет ссылка для подтверждения. В личном кабинете заполняете анкету и заявление. Во вкладке «Основные данные» указываете паспортные данные. Во вкладке «Адрес» необходимо последовательно выбирать из выпадающих списков регион, город или район, улицу. Индекс определяется автоматически. Во вкладке «Учебное заведение» необходимо указать образовательное учреждение, которое вы окончили, изучаемый иностранный язык и реквизиты документа о полученном ранее образовании, аттестат или диплом. Если на момент заполнения анкеты аттестат или диплом еще не получен, то необходимо поставить галочку «Документ еще не получен», чтобы прислать его в приемную комиссию позже. Во вкладке «Направление» можно выбрать до трех направлений, отметить галочками, указав форму обучения, очное, заочное и уровень образования. Внутри каждого направления могут быть выбраны разные формы обучения, профили, условия обучения. Общее основание ОО, особое право ОП, сверхплановый набор СН, целевое обучение СО. Загрузка документов в личном кабинете абитуриента. Для продолжения заполнения заявления в личном кабинете абитуриента необходимо загрузить сканы или фотографии обязательных документов, нажав на ссылку «Загрузить файл». Также необходимо разместить фото, нажав на кнопку под фотографией «Загрузить фото» и выбрать файл с фотографией с пропорциями 3 на 4 см. Во вкладке «Достижения» необходимо добавить документ, подтверждающий ваши индивидуальные достижения. Во вкладке «ЕГЭ» можно указать дисциплины, по которым сдан ЕГЭ. Результаты проверяются приемной комиссией с Федеральной информационной системой государственной итоговой аттестации и приема. После ввода данных по ЕГЭ нужно обязательно нажать кнопку «Сохранить». В процессе загрузки документов в личном кабинете отображается статус «Проверка». После того, как все необходимые документы загружены, анкету проверяют специалисты приемной комиссии. Когда анкета будет проверена и принята, статус в личном кабинете изменится на «Принято». После подачи вы можете ознакомиться на сайте agiki.ru с пофамильным списком и можете наблюдать за экраном подачи заявлений. Желаем удачи! Если у вас остались вопросы, позвоните по номеру 31 92 93.